Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия, Миша. Всем Да, привет. всем привет. Ну, ничего, бывает. В общем, игрушка Миша, опять. о смысле жизни Да, задумался. видать, да, насмотрелся на чего-то там. Да. В общем, игрушка под названием Marksman Online. Это флешка, где мы будем играть лучниками. Дуэль лучников, собственно говоря. И Да. самое интересное, что здесь есть не только локальный мультиплеер, то есть мы будем стрелять друг в друга, да? А есть еще По возможность сети. игры по сети. Это на самом деле очень крутая тема. И сейчас, естественно, мы будем играть локально друг против друга. Юля будет этим, наверное, бородатым Ну мужиком. да, вот который как бы слева. Да, ну я думаю, поймут. Так что Юля Вот. будет левой, У я нас буду правой. была наподобие Сильнее игрушка. оттягивай, если что. Вот, но это, по-моему, гораздо лучше выглядит. Ну да, визуально она Блин, гораздо я даже идеально. не... О! Полпути. Юль, советую оттягивать где-нибудь вот здесь, чтобы видишь. Ага. Здесь справа вот эта сила, Все, натяга окей. и градус. Сейчас ты в меня попадешь, наверное, собака. Опа, грудак! Да я Робин Гуд на самом деле. У нас показано жизни, кто сейчас стреляет. Вот, то есть все на самом деле очень удобно. А ну Единственное, что лови. при записи немножко замедлилась игра. Фу, да Ты что ж запомнил, меня сколько так градусов, унизило? кстати? Нет. Так же, как и я, потому что... Ну, попробуй 160, и я Ты сейчас запомню. попадешь. Да, сейчас. Нет. Значит, где-то 175 градусов, и ты Так. труп. То есть, ни один выстрел решает. То есть, в голову, естественно, сильнее выстрел. Чё-то ты низко, Юлька. Да блин, я что-то не могу никак приспособиться. Так, лучше вот повыше там, чтобы больше был охват. Так, 175 где-то мне нужно. А, нет, значит, вниз, Ну. 150. Смотри, Юлька. А зачем я Сейчас. 150 сделал? Я ж перелетел. Чиплыгу только мне. Да, 150 великоват. Ну, я запомнил. Да, бери вот так где-то. Попробуй, стреляй. Давай, супер. Супер Робин Гуды. Так. Запомнил, Блин. сколько А ты градусов? испугался? Да не Я не особо. запомнила. Мне как будто это Вообще не губы намазаны. запомнила. Так, ну я... Ты крутой поц. Смотри, сейчас хедшот будет, 100%. Так. Нет, нет, нет. Блин. Yes, yes! Но я У приближаюсь к меня этому. защитка Так стоит. что советую уже как-то привыкать к игре и пытаться попасть, а то все закончится для тебя очень плачевно. Запоминай, сколько ты... О-о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 -
Не очень круто. Попробуем вот так. Так, нет. Yes, Блин. мой оберег 160 и ты труп. Вот и бросит. отвечаю. Правда, если у тебя сейчас будет хедшот, и ты помнишь, сколько у тебя было градусов, то я боюсь отправлюсь. Вот У тебя так был вот, короче. 121. Ой, 21 градус, поэтому ты сейчас промахнешься. Ну, ты мне сказал, Но теперь я сейчас-то... запомнила. А, я ж так-так-так. Блин. Спасибо, как говорится. Не за что ловить. Вот вам послание небольшое. Нет. Вот, все. Моя бедрышко. Может, и не бедрышко. Так. Попробуй 21. Может, меня это не убьет на самом деле. Эй. Передумал... А, он так, типа, смочил стрелу. Слушай... Нет, у тебя есть Все, все шансы. успокойся, не нойтесь. Перед смертью, как говорится, не Ой. надо... Все. И в ногу отнимается намного меньше, на самом деле. Поэтому проблемка с этим. Пуляйте. О, хоть бы попасть. Да, а как? Куда попала стрела, и почему у меня жизнь не отняли? Как Между ног. Мы так? будем считать, что она В пролетела, но... пальчик. Между ног. Хоть бы попала. Так. А вот эта стрела, я думаю, будет Решающий. решающей. Да, все. Я как Свалился. Боромер умерла. В лесу. Все так Да, и есть. Ну что, тюторки кругом. давайте последний раунд сыграем. Если будет ничья, будет дружба. Если будет ничья, то будет победитель я. Ладно, погнали. Какую-то ерунду сморозил. Но я в том смысле, что не будем до 3 побед. То есть либо ничья, либо я. Так, мы на очень далеком расстоянии друг от друга. А, нет, это просто... Наоборот. Блин, первому на самом деле не особо везет, потому что... О, мы очень близко находимся друг к другу, на самом деле.
Давай. Блин, прикольно, что здесь есть онлайн-составляющая. Это вообще офигительная штука. То есть, если вы... Ай, так близко. У тебя, наверное, Я чую. волосики подрубились Я на могу сказать, голове. у меня сжалось одно место, а не волосики. Да что ты будешь делать? Не очень метко. Еще такое музыка, такое успокаивающее. Не музыка, точнее, а фон, да, там. Птички там пиликают. По сути дела, как будто все нормально. Тут два мужика готовы прибить друг друга. Так, еще один косоглазик. Такс, Прям в ладно. этот раз вообще Не по тяжко. кайфу, да, идет. Мне Я... кажется, меня попадешь В бляшку. Все, теперь ты не как уйдешь. уляшку, Прибился. ножку мою Ножку. элегантную. Давай, бородач. Стреляй. Главное, еще глаз так прижимает. И все прям. Реалистика. Типа да. Так, в Вот ты чуть-чуть коленка. выше, да. Тут сразу же мем вспоминается про стрелу в колено. Так, ладно. Я Сейчас. не знала Скайрима. такого. Так. О, А о-хо-хо-хо, ты. почему хедшот, если ты, по Ну, сути... представим, что был в подбородок выстрел. Ну, смирись. Ты реально сейчас будешь Боромером. А, и что, бабы, что ли, играют? Что-то на бабу-то не похоже, на самом деле, как девка-то. Блин, ну вот, а я хочу еще. Вот еще стреляйте, Но товарищ. ты меня... А почему я стреляю? Спасибо. Ну ладно, так-то Ну ты ты же по-честному. должна была стрелять, так Вот что все именно. по-честному. Давай. Ты прям долго оттягиваешь свою смерть? О, Yes! ни хрена себе Я жестоко. долго твою смерть оттягивал. Я, честно говоря, Чтоб ты даже не успел ожидал. все вспомнить, что ты там видел, белочек и все такое. Белочек, я бы сейчас вижу, когда валяюсь. Ладно, я думаю, в принципе, на этом хватит Да. уже. Игрушка на самом деле прикольная, и то, что у нее онлайн-режим есть и все такое, а оказывается, это обыкновенная флешка. На самом деле сейчас редко такие, так что обязательно возьмите, зацените, давай ее Да, инструкциям. победила дружба. Да. Срок. Ватружба. Давай, что Вот. там? Что там у нас? Че? Обязательно подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в нашу группу ВКонтакте, участвуйте в конкурсе. Да, в общем, все так и есть. Я только добавлю, что хорошее настроение. Всем пока. Всем пока!